Ребят, всем привет! Сегодня какой? 29 апреля. Вот вышла из дома, смотрите, несутся ко мне, несутся. А иду я к своей курочке-мамочке. Я думаю, что она нам вывела сегодня цыпок. Вот мои первенцы февральские. Я им клеточку уже открыла, они по сараю гуляют. Вот малышка какая ходит. Так, посмотрим. Ой, принесла такую коробочку для цыплят. Тут уже кто-то снесся. Мамушка. Хочу у нее взять цыплят, которые есть. Оставшихся вывезет. И вместе с ними пересажу. Так, куда мне ее поставить? Оставлю в гнездо. Опа. То ли синь-синь-дянька, то ли амирукашка. Нате, ешьте. Где там у нас? Ой, 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 тут залипло. Два должно быть. Да не клюй меня, как больно. Ой, что тут у нас творится? Ой, три должно быть. Ой, господи, господи, кто родился уже такой желтенький, пушистенький? Так, быстренько нужно забрать. Желтенький, пушистенький. Так, где тут желтенький, пушистенький еще? Опа. Ой, какой красивый серенький. Как бы не замерзли. Еще один, третий ушел. У тебя ико, что ли, было? Цып. Ой, господи, ребят, тут еще есть. Еще две скорлупки должно быть. Пять. Мамуся. Не найду никак. Спрятались в мамкиной шерсти. Еще один. Четыре. Где у нас пятый? Цып. Извини меня, цыпонка, так надо. Или четыре? Не пойму, не пойму. Что-то не вижу больше. Так, ну ладно, понесу этих, потом еще приду. А здесь у меня из инкубатора. Кто вывелся ночью? Так, сейчас мы их высадим, посмотрим. Вот. Золотыш. Ой, долматинец вывелся. Долматинец вывелся под мамой. Маленький. А вот опять серенький, смотрите. Петуха такого нет уже 100 лет. А, может, это этот амирукашка как раз. Такой серебристенький. А этот уже обсох. Ну что, сохнемся дальше. Ой, смотрите, какой красивый цвет, вообще прям нарядный. Два таких цыпленка у меня. Красотульки. Ну вот в моем инкубаторе нормалупер закончилась очередная инкубация. Здесь у меня цыпушки от моей курочки, от Сенечки. И еще инкубаторские. Кто у меня вывелся? Это поместные и порода. Давайте, ребят, я вам покажу поместные, какие опять красавчики. Все-таки такая красота получается. Смотрите, какой цвет не передается. Он такой красивый серый. И смотрите, с какой бородой. Вот видите? Такой, как... Руки, видите, у меня все перерезанные. Как Дед Мороз. Бородатый. Ой, ну красавчик. Еще сейчас вам покажу. Один цып такой у меня интересный вывелся. Так, где он, где он? Вот. Тоже поместный. Не знаю, кто с кем. Смотрите. Махноножка. Лапка мохнатенькая.
как у Маранчика, видите, прямо вот по этой стороне лампасик. А он такой, смотрите, светлый, такой желтенький и белые полосочки. Здесь часть цыпушек вывелась у меня вчера, часть ночью и кто-то еще сегодня. Так, кого я вам еще хотела показать? Вывелись у меня три долматишки моих. Я все-таки думаю, что я разведу себе эту породу. А от моего Семена получаются почему-то всегда вот такие детки. Смотрите, от Амирауканы черного с бородой. Вот который вывод уже, и все вот такие какие-то светло-серебристые с черной головкой. В прошлый раз с такими с финишами были, а сейчас вот видите небольшие вкрапления. Так, поместные у меня синь-синдианьки. Вот такие они черненькие. И еще, ребят, у меня вывелось три марашка. Давайте я вам покажу. Маранчика, видите, мохноножка. Три цыпленочка. А откуда у меня марашки? Я на днях сниму вам видео. И вы узнаете нашу тайну. А может быть и не тайну, а может непростую. Вы узнаете, какой мы провели эксперимент с кем. Вот такие цыпки. 15 поместных цыплят у меня хотят купить в пятницу приехать. 10 цыплят мне заказывали, но сегодня отказались. Поэтому вот нужно мне продать еще, наверное, 15 цыпушек долматинцы. И что там у меня? И марашки останутся у меня. Ой. Кстати, там у курочки еще, по-моему, два яйца. Один, вернее, одно яйцо осталось. Один цып там вывелся. Я ходила, проверяла. И еще одно, по-моему, наклюнутое лежит. Я не хочу их брать, хочу оставить до вечера, а может до утра, чтобы пересадить курочку с этими цыплятами в отдельный домик, который я сегодня и сделала, почистила, там все настелила. Об этом тоже завтра сниму вам видео. Так, по итогам инкубации у меня три задохлика моих яиц. И мараны. О маранах я скажу завтра, потому что я их, эти яйца еще не вскрывала. Вскрою, расскажу. В общем, так, такое у меня птички царства, государства. Куда мне столько кур, куда мне столько? Ну, это все, это будет последний вывод таких несушек. 1 мая придет у меня яйцо индейки. И как индюшки, правильно, и бройлеров заложу, и все. Что-то я уже морально приустала от инкубаций. Смотрите, какие красавчики. Клёсёвтики, клёсёвтики. Они будут нести пасхальное цветное яичко. Хорошие цветки. Вот такой. Кто это? Непонятно от кого. Кто и от кого родился. Такие рыжульки получились еще. Ой, а вот это, наверное, это помесь с петухом синь-синь-дянь, которого я привезла с Пензы. Рыжий, с черной спинкой. Вот такие у него детки получаются. Вот, смотрите, ребятки спят у меня в моем брудере. Сверху лампочка накаливания греет, а там у меня энергосберегайка. Вот так. Смотрите, какой клёсёвтик. Клёсёвтик. Смотрите, борода. Ну все, пусть отдыхают.